Да, замечательно. И что же надо делать? В левой части дата по модулю 3 будет равен 2. Почему? Потому что можно стереть x куб. Потому что он с плюсом и с минусом. Да. Смотрите, здесь 2 единички, да. Все остальное с коэффициентом 3. Да. Поэтому это сравнимо с 2. По модулю 3. Да. А квадрат числа дает остаток 0 или 1 по модулю 3. Замечательно. А 2 не бывает? Да. Отлично, спасибо.